Каюшки что-то не видно. Ты, может, сильно близко делаешь? Камила хочет радугу сделать с разных цветов. И все снежинки, игрушечки. Сейчас все твоей радугой закроется. Или ты уже начала украшать? Ну, я чего-то там украшать, такие вот штучки наклеила. Вот это мне очень нравится. Ну-ка, она легко рвется. Так что с ней аккуратно. Красивые спиральки. Так, а ну что ты тут раскидала? Мишуру. Шарики приготовила. Просто я не могу найти, куда я с того года игрушки задевала. Ну, давай попытаемся то, что из старых нашла ящичек. А где те у меня? Ну, потом, если что, подыщем, говорят, подвешаем, что да? Такие игрушки, ну, вот такого типа, что если их показать, то, ну, если они будут давние. Это реалитет, да, тут старый. Там даже крокодил есть в ящике, я нашла. Крокодильчик, смотри. Это избушечка. Вот эти старые можно за миллион купить. Ой, продать. Шишечки. Или это больше. Старые игрушечки. Ну, эта кружка уже не очень старая. А огурец, конечно, очень тоже старый. Такие игрушечки тут еще, видите, с железными креплениями. А там у меня и крокодил лежит. Еще не подоставали. А это что повешаем? Это свинок. Это у нас две свинки. Год свинюшки. Так, хорош пьянствовать с кружечки. Надо ж бошки им будет завязать на ниточке свинюшкам. Да. А это ж Дед Мороз в снегу стоит и держит елку. Не, Камилочка, подожди. Не-не-не, надо ж ему за шейки ниточки привязать. Ложи пока потом. Можно за ушки резать. Короче, начинай нарезать. Нарезать, то есть, господи, баба, язык заплетается. Камилочка тут снежиночек навешал. Красивуче так. Мне нужно выделить лавочку. Вот такая вот первая у нас. Запутанная. Вот, отлично, нормально. Это первый. Мне нужен. У меня есть бабушка. У нас нет оранжевого цвета. Вот. С чем тебе оранжевый? Давай розовый поменяем на оранжевый. Ого, слишком длинный. Синий, давай. Так игрушки что-то не видно. Ты, может, сильно близко делаешь? Камила хочет радугу сделать с разных цветов. И все снежинки, игрушечки, сейчас все твоей радугой закроется. Камила елку украшает и себя заодно, да? Так, радугу сделала. Тут по-новому, своеобразная у нас елка получилась, да, немножко? Это я придумала. Ну, как захотела, пусть так и будет. Надеюсь, Дед Мороз принесет подарки нам, да? Да. Надеюсь, ему наша елочка понравится. Да, он уже тащит подарки, бедненький. Так, ну что, говори. Всем пока, подписывайтесь на мой канал, на наш канал. Ставьте лайки, с вами были Камила. Камила.
и Камила. Камила на канале Камила и Каролина. Пока-пока. Пока-пока.